Всем привет! Март месяц пролетел, вот пришел уже и апрель, но, казалось бы, весенний месяц совсем нас не радует теплом и солнышком. Тем не менее, наш совместный проект продвигается, у нас есть отчеты, у нас есть готовые работы, много всего интересного, новые участники. Я приглашаю вас к просмотру данного отчета совместного. Поддержите участников лайками. Вы можете перейти по ссылке в альбом с фотографиями, также рассмотреть хорошо фотографии, отшивы, поддержать наших участников. Ну что, поехали! Ангелина Орлова вышивает оригинальный набор фирмы «Золотое руно» к дальним берегам Art MM013. В набор входит канва Цвайгер 16 каунта, ниточки Мадера. Также есть светящиеся ниточки в темноте. И пишет нам Ангелина, что получилось вышить первый фрагмент. Пишет, что для меня это грандиозное продвижение в этом процессе. Очень рада, нравится результат. Немного начала второй фрагмент. Буду продолжать вышивку, ну и, конечно же, больше подробностей можете увидеть в видео Ангелины. Ссылка в инфобоксе. Ну и посмотрите, какая красивая фотография получилась у Ангелины, но и также очень красивый почерк. Здорово! Спасибо за участие. Виктория Румянцева вышивает оригинальный набор фирмы «Золотое руно» F024 «Замок на воде». Размер 26 на 52 сантиметра. Канва здесь Аида 14 каунта, ниточки Мулине Мадера, всего 9 цветов. Но работа, видите, такая будет масштабная и процесс, в общем-то, серьезный. Пишет Виктория, что было в этом месяце много вышивки белым цветом, поэтому продвижения не особо видны. Но на фотографии, я думаю, видно, что работа очень-очень хорошо подросла. Вы большой молодец, продолжайте в том же духе. Я думаю, что скоро уже вы нам представите и готовый результат. Татьяна Демкина вышивает элегантный гобелен. Здесь канва 14 каунта, размер готовой работы будет 30 на 41 сантиметр. Это сборка от фирмы «Клубок желаний». Используется 45 цветов мулине и 63 их комбинации. Техника выполнения: счетный крест, полукрест, обратный стежок, французские узелки и шов-петелька. Пишет нам Татьяна, что вышито в этом месяце немного, потому что есть и другие процессы, которыми она занимается параллельно, но тем не менее, вот мы видим с левой и с правой стороны разницу, как работа подросла. Очень-очень хорошее продвижение, замечательно. У Татьяны Петровой подрастает домик, появляется все больше зелени, и работа радует своими красками, напоминает приближение весны и лета. Напомню, что Татьяна вышивает набор фирмы Luca S. Это летний пейзаж. Размер работы 18 на 20 сантиметров. Здесь ниточки используются Анкор и основа фирмы Цвайгард. Татьяна вышивает этот домик на примету, чего мы, конечно же, желаем, чтобы поскорее сбылось ваше желание, задуманное. Вышивайте и радуйте нас вашими отчетами. Марина Филиппова вышивает оригинальный набор фирмы РТО. Это вот такая вот хатка, милая, уютная, весенний пейзаж. Мы видим на первой фотографии, на каком этапе Марина вступила в наш совместный проект. И теперь Марина нам уже представляет полностью готовую работу. Пишет: хатка готова, постирана, но не отглажена, не успела досохнуть. Осталось только отбекать и получить удовольствие от готовой работы. Юлечка, спасибо большое. Если бы не СП, долго еще дошивала бы. За мной хорошая фотография полностью готовой работы. Надеюсь, закончится карантин до 1 мая и хочется успеть оформить. Ну, тогда еще и фотография оформленной работы. Очень интересно посмотреть, что получится. Людмила Хараян вышивает наборчик фирмы Mill Hill. Это вот такая замечательная тыковка. Ну и она, конечно же, подрастает. Мы видим, что потихонечку работа растет и растет. Просто замечательно. Светлана Кузнецова представляет нам отчет
по наборчику от фирмы «Жар Птица». Это оберег «Неразлучники». Мы видим, что работа тоже хорошо продвигается, подрастает. Здесь вышивка на пластиковой основе. И я думаю, что скоро уже будет готовая работа. Мы ждем нового отчета. А Татьяна Муратова вышивает оберег «Богатство». Вот такая вот богатушка. Вышиты уже ведерки, и можно теперь заполнять их богатством. Будет дошиваться, конечно же, вся эта интересная куколка. Ну и мы с удовольствием бы посмотрели на вариант оформления от Татьяны. Желаем удачи. Ирина Серегина представляет 3 процесса. Первый уже завершен, это авторская разработка от Надежды Антоновой, сайт Вышивай.ру. Вот такая ложка, полная красной икры, чтобы жизнь была полной, богатой и счастливой. Замечательная работа. Здесь Ирина много зашивала черным цветом фон, полностью зашивается черным. Такая кропотливая, немножко, наверное, нудная работа, но тем не менее работа готова. Поздравляем! Это супер результат. А также Ирина продвигает свой процесс. Это 50 рублей, наши советские деньги, кому-то знакомые, кому-то совсем не знакомые, но тем не менее 50 рублей. Мы все представляем, как они выглядят, можно найти, посмотреть. Это разработка Ольги Евдокимовой, деньги на достаток. Ну, тут все в тему, все понятно. Ну и также Ирина заявляет еще один процесс, очень такой серьезный, опять же от Надежды Антоновой. Размер работы будет 260 на 260 крестиков, это денежный карп, очень классная разработка. Это картина Владимира Куша, или Куша, я не знаю, как правильно поставить ударение, простите. Называется картина «О чем молчит рыба». Он символизирует выносливость, целеустремленность и стойкость. Прибудет и благополучие, и выносливость, и материальные блага, и духовные достижения. Процесс начат 1 марта с нуля ниточками СХС. Очень будем следить за вашими продвижениями. Желаем удачи. Елена Канева, как всегда, с нестандартными дизайнами. Во-первых, это B-Samplers от Lilias Studio. Здесь мы видим очень хорошее продвижение, нежная и такая весенняя-летняя работа. Ну а также Dimensions, это оригинальный набор 35-120, бабочки, бамбук на тонированной основе. Размер готовой работы будет 20 на 36 сантиметров. И здесь работа практически завершена, остались уже некоторые штрихи, чтобы Елена могла представить нам полностью готовую работу. Я думаю уже, что в следующем месяце это возможно. Прекрасное продвижение, поздравляю. Юлия Переплетчикова вышивает набор фирмы РТО под названием «Коронованные плоды». Дизайн разработан по мотивам картины Марии Павловой. Здесь используется мулине ДМС, основа 14 каунта, размер готовой работы 35 на 35 сантиметров. Пишет, что впервые будет вышивать две работы одновременно и впервые знакомится с наборами от фирмы РТО и впервые вышивает ниточками ДМС. Пишет нам Юлия, что за этот месяц появился еще один герой и вышилась часть фона. От процесса по-прежнему получает огромное удовольствие. Замечательные продвижения. Поздравляем, ждем новых новостей. Илона, канал Хвостатики, вышивает набор Classic Dazing. Номер набора 4353, называется «Маяк». В наборе у нас 14 аида белого цвета и 30 цветов ниточек мулине ДМС. Пишет нам Илона, что повышивала всего 5 дней, но не может оторваться от процесса. Облака – это нечто, легкие, воздушные, прекрасные. Небо здесь невозможно красивое, все очень-очень нравится. Ну а за подробностями заходите на канал к Илоне, ссылка в инфобоксе. Елизавета Хлюстова вышивает авторскую схему Натальи Черепановой «Аквариум» по рисунку Алексея Долотова. Размер работы будет 300 на 225 крестиков. Канва здесь у нас Белфаст 32 каунта.
Размер готовой работы будет примерно 48 на 36 сантиметров. Такая большая, серьезная работа. Здесь 52 цвета плюс 6 блендов, ниточки SHS. В дом все хорошее и побольше, и для всех. Такой вот девиз у Елизаветы. Вышивается работа, пишет, что потихонечку продвигается, и готова у нас 1/4 работы. Пишет, что мышек все больше. Да, я вот только сейчас присмотрела, что действительно в этом дизайне очень-очень много мышек. Я как-то сразу не обратила внимания. Здесь вообще столько много деталей, эту работу нужно рассматривать и рассматривать. И вышивается на равномерной основе. Интересный дизайн. Спасибо, Елизавета, за участие, что даете возможность посмотреть на такие оригинальные работы. Ирина Соколовская присылает нам отчет по оригинальному набору фирмы «Золотое Руно» «Алые паруса», размер 38 на 26 сантиметров. Здесь используются ниточки Мадера. Мы видим, что есть прогресс, потихонечку растет кораблик. Ну а также Ирина приступила ко второму процессу по наборчику «Жар-птица». Это вот такой оберег, такая симпатичная тоже девочка-куколка, которая вышивается на тонированной основе. Очень ярко, красиво получается, замечательно. Наталья Ступак вышивает набор Custom Crafts «Подсолнухи» по мотивам произведений Джон Поттер. Набор это 2008 года, размер работы будет 27 на 39 сантиметров, число стежков 154 на 216, вышивается на иде номер 14, количество цветов 26, вышивается в две ниточки чистыми цветами. Начало вышивки было в октябре 2019 года. Ну и вот на сегодня мы видим, что уже вышито у Натальи, и Наталья нам пишет. Вот и вышила еще лист работы. За этот месяц получилось 2 листа. Работа летит. Хочется побольше вышить к отчету, самой посмотреть, что получается, и другим показать. Вышивается интересно, легко. Думаю, готова половина работы, плюс-минус. Позади 5 листов схемы, впереди еще 4. Спасибо, Юлия, вам за такое СП. Оно подстегивает вышивать больше и продуктивно. Ну и вам спасибо, Наталья, за участие, что даете нам возможность полюбоваться на отшив этой прекрасной работы. Custom Crafts не так часто вышивают. И у вас такой дизайн, который редко увидишь в отшиве. Получается очень ярко, сочно, одно настроение, удовольствие. Спасибо. Дарья Ибрагимова вышивает оригинальный набор фирмы «Золотое Руно». Это «Ночная песня», размер 37 на 28 сантиметров, аида 16 каунта, булине Мадера 36 цветов, и используется также светящаяся ниточка. Мы видим, как хорошо продвинулась работа. Здесь практически уже половина. Таким большим рывком отшита часть работы. Картина получается очень яркая, красивая. Вот так, глядя на обложку, даже и трудно представить, что получится. Такая красота. Намного ярче и выразительнее обложки. Супер! Желаем удачи, ждем новых отчетов. Элиза Левиева вышивает оригинальный набор фирмы РТО. Очень хорошо продвинулась работа. Заказ здесь просто великолепный, и пишет Элиза, что ей этот заказ очень-очень нравится, но много вышивать эту работу не может, так как устает от желтых оттенков. Но тем не менее, даже вот то, что есть, это уже очень хороший прогресс. Еще чуть-чуть, и работа будет вышита, очень большая ее часть. Продолжаем. Ирина Силаева, наша очень активная участница во всех совместных проектах, а также у Ирины есть канал на YouTube, я оставлю ссылочку в инфобоксе, заявляет новую работу в данном СП, это авторская схема из Instagram. Здесь у нас используется 10 цветов ДМС плюс 4 бленда. Вышивается крестом, полукрестом, есть бэкстич, размер работы будет 130 на 230 стежков. Вот такая вот заявочка. Ну и, конечно же, ждем первых крестиков.
А у меня в этом месяце отчета нет из-за всех событий, которые сейчас происходят, и тех перемен, которые получились у меня на работе. Приходилось активно все решать и уделять все свое время рабочим моментам. Вот данной работе у меня не досталось времени совсем, даже ни одной ниточки не вышито. Первый раз у меня, как у организатора совместных проектов, нет вообще отчета, ну только по этой работе. По другим совместным отчетам у меня есть продвижение, есть хорошие прогрессы, а вот этой работе почему-то времени не досталось. Наверное, еще потому, что она мне сложно дается, я никак не могу найти тот способ отшива, который мне был бы удобен, и я все время как-то ее избегаю. Но вот в этом месяце я просто себе ставлю такую железную задачу вышить хотя бы один лист. Он небольшой, но мне его нужно осилить. И самое главное, что хочу достичь, отшив этот лист, это выработать для себя какую-то технику отшива. Как только к процессу привыкаешь и вырабатывается какая-то техника, потом уже все идет намного проще и понятнее. Вот такие мои новости. Спасибо всем за участие, спасибо за ваши отчеты, несмотря на то, что происходят разные такие вещи, которые нас выбивают из привычного ритма жизни, тем не менее, большинство девочек отчитались, есть хорошее продвижение. Будем дальше работать над нашими желаниями, над нашими мыслеформами. Я желаю вам хорошего настроения, конечно же, здоровья и до новых встреч. Всем пока!